Всем привет, дорогие зрители, меня зовут Вова, а вы смотрите обновленный проект канала Instant Studio «Распаковка». На сегодняшнюю распаковку мне прислали вот такой пакетик с подарками. Доставка осуществлялась по Украине компанией «Новая почта». Ну что, давайте открывать и смотреть, что внутри. Но прежде чем распаковать, давайте осмотрим его. Он сделан из целлофана, из такого прочного, который не боится воды. Я уверен, что он не промокнет, если его утопить в каком-нибудь пруду или речке. Здесь написаны номера получателя, отправителя, номер накладной. У меня ножницы, хоть я знаю, что у всех топовых блогеров, которые делают распаковки на всякие посылки, ножи, но у меня ножа нету, но есть ножницы. Уверен, что со временем я куплю себе нож и будет все хорошо. Но пока что у меня ножницы. Итак, тем временем мы открыли пакет. И здесь что мы видим? О, это конфеты. Taptic Ways. Ну, вообще, я предварительно знал, что они здесь будут, поэтому я ознакомился с этими конфетами. И, в общем, я посмотрел обзоры других блогеров на вот эти конфетки. И я понял то, что они просто дико кислые. Они настолько кислые, что у одного из украинских блогеров из языка пошла кровь. Ну что, давайте распакуем. Они в заводской упаковке, в пленке. Сейчас мы ее откроем, посмотрим, что внутри. Варварски открываем пачку. Ну, в принципе, вот это все нам уже не надо, поэтому убираем. У нас с вами был своеобразный челлендж, потому что здесь написано, если вы продерживаете 15 секунд конфету во рту, то, ну, вы такой, слабачок, такой, плакса. 30 секунд, ну, чуть получше плакса, но тоже как девочка. 45 секунд, ну, это уже почти герой. А если ты продержишь конфету минуту во рту, то ты прям вообще бог. И у тебя взорвется рот. Давайте же откроем, посмотрим, что внутри. Так, как ее открыть? Ага, вот так она открывается. Ой, сразу разбирается прям конструктор. Вот здесь напиханы разные конфетки, давайте их все высыпем. Ого, все, здесь больше ничего нет. Ничего себе, сколько их, я прям не ожидал. Давайте узнаем, какие здесь есть вкусы. Так, это я вижу лимон, это у нас что? Ежевика. Это что, яблоко. Так, какого вкуса еще нет? Вот этого, да? Это у нас темная вишня. Вот, здесь всего 4 вкуса. Так что давайте пробовать. Ну что, а сейчас давайте пробовать эти конфеты. Начнем, пожалуй, мы со вкуса яблока, с яблочного вкуса. И помните, что я вам рассказывал, на задней стороне коробки написано, что нужно продержаться 15 секунд, 30, 45 и 60 секунд. Так что я рассчитываю продержаться максимум целую минуту. А для того, чтобы подсечь это время, я буду использовать секундомер. Я эти конфеты еще ни разу не пробовал, так что сейчас попробую их впервые вместе с вами. Они какие-то, смотрите, они, наверное, как-то плохо хранились, потому что они все как-то растеклись. Мне сейчас руки все будут липкие. Секундомер запускаю, вкус яблока, и давайте. Угу. Явно ожидал не этого. Да не, в принципе, нормально. Угу. Поначалу было так прям жестко, а потом уже стало лучше. А сейчас вообще сладенько. 40 секунд. Следующий вкус, какой я попробую, это будет черная вишня. Вот эта конфета. И она будет второй. Я решил взять ножницы, потому что открывать эти конфеты вручную очень непросто. Так, секундомер, и запускаю. О, ого, ого. Ребята, я уже прям покраснел. Вот это она кислая. У меня сейчас примерно вот такое состояние. Ого. Нет, друзья, это было невозможно просто есть. Она очень кислая. И давайте напоследок мы с вами попробуем сразу две конфеты. Это будет черная вишня и лимон. У меня аллергия на цитрусы, поэтому это для меня будет настоящее испытание.
Но для вас я готов попробовать все, каждый вкус и рассказать, какой он. Так, вот две конфеты, я их беру. Как кислятина. Язык больше не чувствую. Что с моим языком теперь стало? 2 минуты уже прошло. Могу сказать, что это был незабываемый опыт. Я еще таких кислых конфет в жизни не пробовал. Поэтому, если вы хотите себе их купить или выиграть, то ссылка на магазин, где они продаются, есть в описании под этим видео. Покупайте конфеты именно в этом интернет-магазине, потому что там вы можете быть уверены, что они качественные, оригинальные и по-настоящему кислые. Но это все для сегодняшнего видео. Если тебе понравилась дегустационная распаковка, ставь ей палец вверх. Также пиши в комментарии свое ощущение от конфет Toxic Way. Ну а с вами был я, Вагура. До встречи в следующий понедельник. Увидимся. Пока-пока.